этот фильм можно не смотреть. С любым из нас может все что угодно произойти. Но посмотрев однажды, невозможно не пересмотреть его снова. Сколько? $300 000! Бегом ко мне! Он мне нравится. Спасибо. Как говорится, есть деньги, есть кино. Особенно сейчас. Твое плечо, Гриша, не чувствую. Потому что ты не тот романтик, в которого я была влюблена. Любовь станет для тебя иллюзией. Вы там все пишете всякие сюжеты, геройство. Сами не герои. Цена вопроса. Когда деньги уже ничего не значат. Ненавижу! Уходите! Подожди, успокойся! Нет, мое решение нет! Спасая свою любовь, приготовься потерять ее. Ты прости меня. Когда вернуть уже ничего невозможно. Помогите! 37-й роман.